Всем привет, с вами Ял, и сегодня мы с Равом будем проходить замечательную карту под названием Elevation Acceleration 2. Всем привет, ребята! Да! Мы уже проходили первую часть, и сегодня настал день, когда вышла вторая. Ну, вот вроде она вышла пару дней назад, так что автор, мы... Бэтмен. Да, это у нас такой автор, розовый... Розовый. Видишь, у него такая автор. Мышь летучая, типа без головы, обезглавленная. А, нет, это не автор, это map dedicated to Niv. То есть она типа предназначена для какого-то ника. Это он попросил продолжение этой карты, видимо. Фига себе. Слушай, давай мы тоже попросим, чтобы сразу третью часть клепал, пока мы... Да-да-да, точно. Все. Так, правила и блоки, погнали. О! Да, в принципе, те, кто не видел первую часть, будет ссылочка в описании, обязательно посмотрите. Ну, а мы сейчас пройдемся уже, по правилам. Да, объясняли, все уже то же самое, но может быть что-то... А, вот, новое добавили, новые блоки, смотри. Да? Блок левитации для спидстера и блок левитации для прыгуна. Ну да, у нас два класса, это баунсер и спидер. То есть, как бы, скоростной и прыгучий. Ты кем будешь? Я буду прыгуном опять. Прыгуном, окей, тебе вот сюда, баунсер. Да, я буду синеньким. Ну что ж, погнали, тогда я буду снова быстро бегать. Хоп, так, ждем. Заходим. Окей, мы пришли. Слушай, что у нас здесь? У нас здесь огромная комната. А-а-а. Ну, как и в прошлый раз, но... А где мой эффект? У меня просто сопротивление. У меня нету ничего. Так, давай искать. Что нам здесь нужно найти? О, слушай, я вижу какой-то блок, который не похож на другие блоки. Это какой-то другой вид кварца. Может быть, мне тоже надо? Да, это, наверное... А, вот, я тоже нашел его. А ну, давай. Не знаю, поменяемся. Встань на этот блок и поменяемся ролями. Давай. Ничего. Опа, видел? Смотри, что появилось. Ага! Все понятно. Так, о, так. Тут есть левитация. Что, зачем ты поменял меня обратно? Я хотел прыгнуть, ну ладно. Итак, что ж, нам нужно каким-то образом добраться доверху. Мне кажется, вон туда вверх нужно залететь. Да. Так, стоп. Так, а ну-ка, я вот здесь стану. А вот что там у тебя за блок? А ну зайди, зайди туда. У меня что? Что? Ничего, у меня блок. Это, кажется, это моя левитация. О, слушай, у меня здесь левитация. Окей, так. Так. Я не значит, могу... Ты должен левитировать куда-то, я вот стану сейчас, эй, вот все. Я стану вот сюда, я тут левитирую. Я лечу, слушай, я меняюсь с тобой. Давай. Ага, все, вот, мне кажется, понял, что мы правильно идем. О, так, есть, я поднялся. Летишь. Здесь у меня кнопка, и сейчас я побегу, мне кажется. Да? Да, я бегу. Давай. О, давай, летим. Давай, Йо, ну же. Да, в смысле, ее не хватает этой штуки. Так, давай еще разок. Становись туда, потому что я на этих блоках синего стекла умираю. Встал? Все нормально? Да, все нормально. Меняемся. Так, я лечу. Погнал. Лечу. Уи! Свитчерол. Хоп. Хорош. Все, прилетели. Да. Блин, вот нужно как-то так активировать кнопку и моментально побежать. Я вроде сразу начинаю бежать, но все равно почему-то не успеваю добраться. Так, бегу. Да. Вот сейчас должен успеть. У меня есть! Быстрый буст. Хорош. Есть. Так, теперь тебе нужно прыгнуть, чувак. Меняемся. Давай, портай меня. Опа. Так, окей. Куда мне нужно прыгнуть? Ага, понятно. Мне нужно прыгнуть до кнопочки. Да, давай. Сейчас мы аккуратненько вот так сделаем. Нажимаем кнопочку. И тут опять твоя штука, поэтому я тебя портаю сюда. Да, давай. Отлично. Кнопочку нажимай и побежал. Так, нужно как-то собраться, потому что нам придется. На краешек встань. Прям на краешек становись и беги. Нам придется по-новому тогда, если я упаду. Ну, давай. Да-да-да. Раз, поэтому... жму. Все, погнал, погнал. Давай, ну же, ну же, ну же. Слишком ну долго. Же, фу, есть, успел. Хорош! Слушай, там не зря эту штучку сделали. Да, здесь такой блок. Так, один ну блок. Что, убрали. Нажал ты и чё? Нажимаю кнопку, и что? Должен... Вон тебе проход сделался. А-а-а. Теперь тебе снова нужно прыгнуть, мне кажется. А чё они рандомные-то? А, тут блоки появляются. Что там было? Еще раз нажимай. Так. Стоп, подожди, ты аккуратно там! Ну что ты делаешь? Твои блоки! Тогда зачем ты сразу прыгал? Блин, надо же было посмотреть, что там. Окей, нам придется теперь снова забираться. В смысле, опять? Да, туда, на самый верх, все с самого начала. О, все понятно. Блин, надо сначала смотреть. Так, окей, меняемся. Хорошо. Становись там. Так, вот она. Точка, окруженная синим адом. Так, меняюсь. Давай. Хоп, опа. Полетел. Летающий ял. Да, все, я полетел. И теперь мне нужно здесь. Быстро пробежать. Бустой. Давай. Ха! Есть. Самый последний момент. Прыгнул. Так, теперь ты прыгаешь, чувак. Прыгай. Да. А я посмотрю, что здесь у нас. Опа. Так, все, я прыгнул.
Теперь меняй. Как насмотришься? Вот, ладно, я тебя уже сразу меняю. Так. Так, нужно добежать. Нужно добежать. Короче, здесь смысл в том, что здесь по таймингу надо сперва, чтобы я запрыгнул. Точнее, ты запрыгнул, потом я запрыгнул, а потом ты снова запрыгнул. Я понял. Нужно, короче, будет меняться постоянно. Да, потому что там и мой блок стекла, и твой блок стекла. Пожалуйста, я должен успеть. Ес! Я успел. Так, а ну, ты посмотри, ты сначала посмотри. Сейчас я скажу. Появляется просто кварц, потом твой блок, потом опять кварц, и потом мой блок, получается, и опять кварц. Я понял. То есть мне нужно... сначала мне нужно. Давай поменяемся, сначала мне, потом тебе. Давай, меняемся. Вот, все, я тебя поменял. Ты мне нажимай кнопку, я прыгаю. Так, вот. Я понял, мне нужно запрыгнуть на этот кварц. Да. И когда я буду стоять на этом кварце, я должен буду поменяться с тобой. Ты должен быть готов, понял? Давай, нажимай. Да. И готовься. Опа. Я тебя поменяю, тебе нужно будет запрыгнуть. А, стоп, еще раз нажми. Сейчас. Так, сейчас он закончился, нет? Вот. Да, все, жми. Ага, вот, нажимаю. Так, готовься. Так, раз. Так. Раз. Давай, пошел! Прыгай! Прыгай! Ну, почему, Раф? Тебе ведь один блок нужно было допрыгнуть. Прыжок. Я думал, он сработает, он не сработал, типа. Это же просто блок. Так, ладно. Сейчас. Меняю. Сюда. Так, давай. Опа. Белый блок, ты где? Все, я тут. Yes. Так. И... Теперь прыгай. Мне надо запрыгнуть в колечко. Окей, хорошо. Давайте запрыгнем в колечко. И что происходит? Ага. Снова ага. Бежать буду. Я слушай. Понял. Только сейчас, подожди, я возьму кнопку. Рычаг. А, да, возьми рычаг, точно. Потому что надо как-то... Открывать это все. Так, тихо, чуть. Ну попади ты, ну вот, все, попал. Так, все, level key, ребята. Да, скинь мне его там, типа, все равно я буду активировать. Типа, а, сверху, ну да. Сверху все. Скинь. Запрыгни, да. Оп. Так, блин, главное, чтобы он не упал. Да, не упадет. Взялся обратно. Это он обратно берется. Вот так сделаю. Все, меняемся. Так, я поменял, все. Да, я взял ключ. Так, и теперь, слушай, давай, активируй его. Сложно, здесь сложно. Я на всякий случай живу теперь только здесь. Бегу, ребята. Бегу, и... Бегу. Ну, нет! Нет, я... Господи, ну это сложно, чувак, это очень сложно. Слушай, ну давай снова жми. Придется меняться нам снова. Так, давай. Так. Оп. Так, меняй... Блин! Еще раз. Ждем. Еще раз. Ага, отлично. Так, окей. Опа. Погнали. Меняю. И есть. Так, опа. Нет! Я упал. Это самый непроходимый уровень. Да изи. Это первый уровень, чувак. Не, я имею в виду вот это вот с этими блоками. Вообще, это типа так и так. Все готово. Да, запрыгивай. И теперь надо бы... Я не знаю, тут просто эта штука, она очень быстро убирается, вот моя дорожка. Ну да. Меняемся. Да, давай. Так, где она? Она где-то... Она справа появляется, чуть слева чуть-чуть появляется, мне нужно как-то... Жму и погнал. Блин, соседи включились. Yes! Мужик алкашей, хорош! Yes, все, первый уровень пройден. Ура, ребята, первый уровень завершён. Наконец-то, господи. Под музычку моих соседей. Блин, это жесть какая-то. Так, смотри, что у нас... Второй уровень у нас, в принципе, уже... Ой, красные блоки, которые меня убивают. И что мне делать? Слушай, опасно. Вот смотри, ну не, нам нужно, нам нужно здесь что-то активировать снова. Сейчас я в принципе догадываюсь, мне надо как-то наверх туда попасть именно. Да не, это у меня надо. Смотри, вот у меня тоже есть прыжок твой. Ты должен прыгнуть и походу мы должны давай, в полете смениться. Вот, ты там прыгни, да. И мы в полете должны будем смениться. Ты как бы запрыгивай на эти блоки, потому что так, тебя окей, они убьют. Я запрыгиваю, и ты готовься меняться тогда. Да, давай, ты поменяй. Окей, все, я меняю, оп. Ну и куда ты прыгнул? Мне надо чуть дальше. Ну просто нет, прыгай и меняй. Я именно прям перед падением просто нажал. Ну жми. Вот, все. Хорош. Изи же, конечно. Мог просто, когда вот, как только ты начал прыгать, сразу поменять. Так, у меня тут еще для тебя сюрприз. У меня теперь тут твой одиночный блок, смотри. А у меня здесь твоя левитация. О-о-о, ничего себе. Так, я, кажется, понял. Заходи, наверное, на мой блок. Заходи на мой блок. Я же не могу на твой блок зайти. А, точно, да, сейчас я вот так зайду. Ты, наверное, заходи туда. Как-то я зашел в левитацию, да, и что теперь? Не, тебе нужно... Меняй! А, не-не, все, поздно. Как только ты упадешь и получишь снова левитацию, меняй. Я понял. Оп.
Так, 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 так. Я почти дополз, почти дополз. Туда, туда, давай, 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 давай. Ей. Найс, что там у нас? Кнопочка, что за кнопочка? Так, твоя дорожка здесь. Меняй. И смотри, смотри, вот еще вот здесь ящичек. Сюда нам нужно пойти по-другому как-то. Окей, ладно. Ну это дальше будет, да. Так, давай. Я понял, так, моя дорожка, окей, где она появляется, сейчас посмотрим. Ага, так, ну, в принципе, сколько она? На краешек, думаю, на краешек становись. Так, погнали, окей. Так, и раз, активируем, побежали, 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 побежали. Ха, ну же, ну почему? Блин! Почему это так сложно? Реально, почему это так сложно, ребята? Что за, что за фигня? Так, окей, поднимаемся, поднимаемся, давай, 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 есть, все. Хорош. Меняем. Опа, меняемся, давай. Отлично, так, и еще одна попыточка. Хоп, давай, давай, давай. Вот теперь точно сможешь, по-любому. Тут вообще не обсуждается просто. Ну, в смысле, я уже добежал! Меня как будто бы обратно выбило, прикинь. Такой, уходи. Ну тоже, типа, типа, тебе здесь не место вообще. Так, окей, опа. Так, 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 так. Да блин, ну слушай, сложно. Второй уровень только. Сложняки, сложнецкие. Вот так вот. Так, мы просто нажимаем на кнопочку чпок. Чпок. Я бегу. Погнал, 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 погнал. Ефать ты. Ничего себе, ты бустанул. О, есть! Я добежал. Я добежал. Этот раз ты очень быстро бежал, реально. Ну да, да, да. Капец, прям. Прям спидстер. И теперь тебе что надо сделать? Как? А что активировалось, я ничего не видел. Что? Что-то активировалось. А, я понял, что активировалось. Мне предложили забрать ключик. Здесь раньше были Я понял, платформа убралась. Или. Нет, это не здесь. Подожди. Забирай ключ. Я думал, там платформа убралась, но нет. У тебя, наверное, убралась. Так, и я что-то тоже сейчас активировал. Стоп, кажется, нет красных блоков. Убрались красные блоки здесь у меня. Так, подожди, не меняйся, не меняйся. У меня же здесь красные опасные блоки, так, если... Вот смотри, я нажимаю на кнопку, происходит что-то у тебя? Да, я, кажется, ты тоже убрал мою платформу. Так, окей, тогда я спрыгиваю, и тебе нужно будет вот здесь сигануть, только... Не-не-не-не, я там уже сигал. Там это все было, это доступно было, это ж маяк. Не, чувак, нам туда вверх надо, вон. Здесь ведь били красные блоки, меняйся. Все, я понял, давай. Я тебя тогда тут возле ящика оставлю. Давай, давай. Вот. Запрыгивай, да, только да, аккуратно, аккуратно там смотри. Тебе нужно будет выше-выше запрыгнуть, вот на самый-самый верх. И там кнопка, видишь? Да-да-да, вижу. Нифига себе, слушай. Ребята, это очень сложно, это же паркур. Сможешь нажать ее? А, нажал. Что-то нажал? Произошло? Да. Ой, я, кажется, упал. А, вон, убрал. Все, я нашел, где убралось. Убралось теперь вон там, вон. Вон, вон. Вот, я увидел, нам сюда надо. Да-да, нам сюда. Только так, смотри, окей. Аккуратно. Фак, ты меня скинул. Опять нужно свичнуться. Ох, чувак, тут... ну это жесть. Не, ну просто прыгай, свич. Все. Точно так же, как в первый раз ты прыгал. А в смысле, что у тебя не получается? Я не пойму, потому там же просто. Я падаю и нажимаю, Меняем, меняем, меняем. Потому что я падаю и нажимаю, все. Давай я свичну, когда. Давай, давай, ты просто прыгни. Это ведь изи. Листаю. Так, сейчас я становлюсь сюда на синие блоки. Да, да, да. Меняю тебя, давай. Оп. Так, и давай, прыгай. Просто сразу жмешь и все. Так, и я прям перед вот... приземлением просто. Стой, стой, подожди, я тебя выставлю так, вот так. Давай. Вот, вот, вот так, чтобы ты сразу мог прыгнуть. Свич. Опа. Так, ну и тут можно уже просто пройти и поставить рычаг. А, у тебя. Окей, окей, он у тебя. Я просто думал там дальше тоже. Такой оп. Найс, найс, тимворк. Просто тимворк, ребята. Окей, так. Следующий уровень. О, нифига, тут какая-то кнопка. У меня здесь сразу стекла, которые меня убивают. У тебя тоже нет? Смотри, чувак, что, это что? Жесть. Ты только посмотри. Лянь, лянь, отсюда, вот смотри, отсюда. Вижу, 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 как стекла бегают, червячок, да? Червячок такой вылазит. Червячок. Типа. Сперва, типа, я должен пробежать, потом ты, потом снова я, видишь? Потом снова ты. Слушай, нам надо будет свичиться. Прям на бегу. Ну смотри, а здесь я не могу, видишь, здесь... А здесь левитация, то есть это под конец, ты уже сам должен будешь, типа, туда. Да, а тут прям пол из спидов. И вон сундук, кстати, вот сундук. Скоростной пол, я хотел сказать... Да, нужно просто убрать как-то вот эту платформу. Ладно. То есть давай сразу меняемся, наверное. Не-не-не, я должен побежать. Ну я пока не понимаю. Я побежал, я побежал. Есть. Вот теперь твоя очередь, свичимся. Свечимся где, куда? Сюда бежать? Бегу, 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 бегу. Добрался до платформы, так. Ага, вот здесь. Ты успеешь? А, нет! Блин, надо было еще быстрее. Ты просто нажал. Я все, я понял. Мне нужно было хотя бы посмотреть, что там есть. Я ведь не видел отсюда. Давай, 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 я тебя телепортнул. Посмотри, посмотри лучше.
А я пока вот тут посмотрю, что тут за сундук. Ну, короче, моя твоя, потом твой прыжок, да, и да, все, да? Да, да, да. Все, да. Окей, давай, погнали. И вот интересно, зачем мне тебя закрывать вот в том блоке? Вот видишь, у тебя тут прям есть блок вот этот вот. Угу. Есть, чтобы тебя сюда телепортнуть, зачем, не понятно. А, ну понятно. Чтобы слевитировать, наверное, в конце, да, да, уже. Да, 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 да. Все, давай, погнал, так, ты первый. Да-да-да-да. Ну, где мои... Вот они. Ура! Хова! Так, свич. Ага, так. Ага. Бегу, 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 бегу. Бегу, свич. Так, где они, где они? Вот они. Погнал, 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 погнал. Опа! Ей, свич. Блин, там уже твои появились, я слишком долго делал. Быстрее. Ничего, ничего, я подожду лучше. Я подожду, пока все пройдет. Да? Или ничего не пройдет? Так оно пройдет, пройдет и все. Нас будет опять нажимать на кнопку. Господи, блин, тогда ты долго. Или подожди, может пойдут? Не, не пойдут, наверное, да? Пойдут уже все. Ой, блин. Все, это фейл. А, что? Смотрите на этого читера, ребята. Мы должны пройти все честно, как настоящие хорошие игроки. Давай, 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 появляйся. Так, вот, хорош. Чик. Давай. Угу. Я думаю, сразу, как только появляешься на белой, типа, надо... Да, 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 так портать. Я так и делаю, конечно, да, заранее. Все, 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 давай. Бегу, бегу. Ой, тут спид, тут спиды сильные. Спиды сильные, давай! Давай, 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 Раф, пошел. Что, 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 ты успел? Слишком быстро. Где еще дальше? А, вот, все, 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 вижу, вижу. Свичи, и тебе нужно прыгнуть. Так, окей. Прыгнуть наверх? Просто, нет, просто туда прыгни, на блок. Тю. Наверное, наверное. Ну это как-то странно. Что там за кнопочка? Нажимаю. О, она открыла барьер, все. Так, ключ, видимо. Ключ возьми. А, я не могу, здесь закрыто. Как это? Да? Да, здесь стекла. Надо обойти, типа, вот здесь. Ну да, 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 по левитации, понятно. Тебе здесь не, тебе здесь прыгать надо, давай, прыгай. Окей, давай, меняй меня. Я здесь прыгну? Я здесь прыгну, да. Вот так могу прыгнуть, а еще я вот так умею прыгать, так. Убираем барьер. Да, теперь моя левитация. И меняемся, наверное. Подожди, не, не меняемся. Что ран, там у тебя? Ран, ран. Стань, где ты должен стоять, помнишь? Да-да-да. Только там, я да. Не помню, я могу сейчас упасть на твои блоки? О, и скинь мне ключ сразу. Да, могу, могу. Так у меня нету ключа, ключ ты сам возьмешь. А, точно, он ведь там, да, он ведь там. Он ведь в левитации, так что все нормально. Ну что, ты стал? Ну стань, 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 стань! Да-да-да-да. Ладно, да, ладно, да, все, на следующий, на следующий. На следующий давай. На следующий, пожалуйста. Так, все. Передаем за проезд. И шлеп. Давай, давай. Хорош. Я лечу, лечу, лечу. Я лечу, лечу, лечу. Я лечу, обмануть хочу. Давай, давай. Все, я влетел. И полетел. Сюда, да, просто полетел. Это получается два раза надо, видишь? Типа, первый раз, чтобы только взять ключ, а второй раз, чтобы поставить на место ключ. Так, потому что взял. Алмазный блок именно в том же месте. И... Портайся со мной. Меняю, да. Так. Стал? Ты стал там? Ты меня запер. Ну да, ты стал там? Ну ты меня запер, да. Я лечу, я лечу, я лечу. Слушай, а прикольно, да, с этими левитациями? Подожди. Ну все, я сейчас поставлю. А, ладно. Хоп, хоп, все. Давай, погнали. Третий уровень. И-ха! И-ха! Опа! О, помнишь, помнишь? Что-что? Это опять кодировочка. Кодировочка. Ай, кодировочка. С деревьями, да, или с блоками? Вот, с блоками, с блоками. Вот первый, да. Стой, 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 стой. Сколько он? По секундам, да, наверное? Сейчас пропадет. Нет, нет, он не по секундам. А, то есть тебе надо будет менять. Ну давай, давай, запоминай. Это теперь все твоя работа. Первый, второй. Мой второй. Слушай, он из стекла. Походу будет мой, твой, мой, твой. Третий, да? Это нам надо будет менять. Но они все пронумерованы в правильном порядке. Четвертый. То есть прям так и подписано. А, да? Да, о, да, он так изи. Пятый. Это изи тогда. Шестой. Четвертый твой, понял, шестой мой. Просто понимаешь, в чем дело? Надо знать, куда прыгать. В смысле? Ага. Ну вот я буду стоять здесь, например, вот давай первый включай. И включай первый. Смотри. Да, мы сейчас все изи пройдем, давай. Точнее, не, второй, второй. Вот второй, чтобы ты понял, куда прыгать. Вот запомни. Второй мой, давай, следующий. А, хотя нет, блин, если я уберу, ты ж пропадешь. Вот, первый у меня, я могу прыгнуть. Да, ты сейчас прыгаешь, вот. Давай, прыгаю, на первый. Переключаю я на второй. В смысле, я ж падаю. А, ну, я понял, ладно, 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 сейчас. Давай, давай на счет три, окей? Раз, два, три.
Есть, все. Вот. Так, стоп. А вот теперь третий. И теперь где он? Ты запомнил? Так ты в смысле? Там же пронумерован, ты сказал. Он, ну, нет, я имею в виду, что ты должен запомнить, куда прыгать. А, ну так я знаю, куда прыгать. Ты знаешь, куда активировать следующий где? Да, 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 да. Ну все, давай на счет три тогда. Раз, два, три. Все, вот, изи. Теперь тебе надо будет прыгнуть. Да, а я да, активирую. Да, синий блок был. А я не знаю, куда прыгать. Это какой блок должен быть теперь? Пятый или какой? Четвертый, да? Четвертый, да. А тебе. Нет, тебе. Ну, вроде не бы. Не сюда, потому что я понял, как это работает. Вон, а, видишь, там, как пилары вот эти вот кварцевые. Я понял, куда надо прыгать, все. Это, кстати, ну давай. Легко. Ну давай. Это четвертый, правильно? Должен да. быть. Да. Точно? Окей, давай. Да, да, давай, да. Насчет. Ну, ты отсчитывай, чтобы тебе было понятнее, я сразу. Окей. Раз. Два. Три. Ей. Угу. Так, так, а следующий пятый у нас. Ты вспомнишь, да, где он? Да, следующий пятый. Да, 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 знаю. Давай, так. Отсчитывай. Раз. Два. Три. Ну зачем ты? Зачем ты второй раз прыгнул? Зачем? Вот зачем? Это пробел. Лучше ты говори, когда ты нажимаешь, мне легче будет. Окей, 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 все, ребят, я буду говорить. Давай. Три, два, один. Ага. Есть. Три, два. Теперь еще раз. Давай, ну ты говори даже. Давай, три, два, один. Ну да, это пробел, чувак, так это пробел. Так же, как и я. А еще там что-то говорил. Давай, три, два, один. Оп. Три, два, один. Так, так, и теперь твой сейчас будет. Свечимся. Это четвертый, да? Давай, три, два, один. Так, пятый, сейчас, сейчас, сейчас. Давай, три, два, один. Есть. А дальше свичимся. Куда? Свичимся. Дальше посмотри, там пилары, пилары, видишь, внизу? Такие выделяющиеся блоки. Угу, угу, я понял, да. Так, это у нас какой был? Пятый, да? Да, теперь шестой. Шестой, 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 вот он. Давай. Ты говори. Три, две, одна. Угу, так, а теперь, стоп, я понял, да? Давай еще раз говори. Три, два, один. Найс, все, вроде бы, все! Да. Красава. Красава. Так, вон блок, кнопочка, кнопочка, давай нажимай. Так, и что открылось? А вот какая-то, походу. А может тут это открылось? Там, что там у нас? Я что-то сделал. О, тебе сюда, чувак. Смотри. Я понял, да, я понял. Нужно пробежать и забрать ключ. Опа, давай. Побежал, побежал. Фух, так, а если мы пойдем, что, все заново? А, не, не все заново. Все, фух, тогда все нормально. Ну так. Да, да. Нормально, давай. Окей, побежал. Дой-дой-дой-дой-дой-дой-дой! Бурстуй-бурстуй-бурстуй! Нет, ну сложняк, а? Ну что же такое? Не, ну по сравнению с прошлым разом, ты, конечно, бурстанул чуть хуже. В прошлый раз ты вообще как-то на 6 блоков... Просто я напрыгнул, наверное, прям напрыгнул на него. Ты прям напрыгнул, да, и прям на 6 блоков, вот, я не знаю, прыгнул. Во, вот, лично. Реально. Дофига просто. Да что такое, блин, да как тут... Да как тут... Ты помнял? Фаря-фаря-фаря-фаря! Давай. Что? Я не нажал кнопку. О, слушай, я быстро бегу. Yes! Хорош, хорош. Я как будто быстрее бежал, странно вообще. Отлично. О, я открыл, да, все, запрыгивай. Я запрыгиваю вот сюда, и все. Теперь ты должен поставить ключ. Ставь ключ. Ставлю ключик и активирую. Активирую. Level 4. Изи, изи. Completed. Оу. Опа, опа. Это сложно? Нет, это не сложно, это this is different. Это теперь что-то другое. Что-то новенькое. Ага, да, смотри. Я какой-то иллюминатор, смотри тут. Стоп, чувак. Можно смотреть туда на карту. Иллюминатор? Ой, это что за блок? Это мой блок. Просто. Прыжка, прыжка. Да. Нет, это не, просто обозначает, что типа... А, я понял, да, проходи, пройти, да, проходи. Прохожу, прохожу, давай. Теперь. Теперь меняемся. Угу. Оп. Так, теперь я прохожу. Оу-оу-оу-оу-оу. И что там? Так, окей, тогда вот здесь... блин, слушай, а как... А-а-а. Все, все, все. Нет, не все, подожди, или все. Ну да-да, все, заходи. Так, все, я тебя протащил, типа, хоп, хоп. Все, и... открылась дверь, заходим. Так. Do you like my sculpture? Это уточка, что ли? Ну, наверное, это симбус. Симбус. Какой-то симбус, ребята. Так, и что там у нас? Подожди, что там у нас вот здесь? Там у нас просто твой блок, понимаешь? А, он закрыт, алмазный блок. Так, стоп, и что нам нужно сделать?
Do you like my sculpture? Вот эти... А, вот подожди, this is just a destruction. Ага, это, то есть это просто чтобы отвлечь внимание. Так, интересно. И что это за иллюминатор? Смотри, посмотри, who are you? Who are you? Ля, прикольно. Офигеть, там, подожди, зайди туда, посмотри, там нужно, кажется, как-то портануться. Когда чуть дальше отходишь, появляются диалоги. У меня написано L1L. Что это значит? Я не знаю, ребята, что this это значит. Different. Ну, вряд ли. Я сюда к тебе подойду. Посмотри, посмотри. Цифры, цифры. 409.5 минус 476. Окей, ищем, ищем. 409.5 минус 400. Так, я нашел 409. Потом какой там был? 5 минус 476. 476. 476. Сейчас. Я вот здесь стою. Вот. Это вот здесь. 409.5, 476. Да, 409.5, 476. Может минус быть, 400. Может... Минус 476. Теперь, наверное, нужно найти who are you, а где мои координаты? Стоп, а ты, наверное, увидишь мои координаты, чувак. Да, ты подходи, увидишь мои координаты, походу. Сейчас, как сложно. Да, да, 435, 5, минус 494. 435, 5, минус 400... 94. 94. Но здесь 493 700, может быть. Это правильно? Давай поменяемся. Давай. Оп. Ничего не произошло. Открылись двери, почему ничего не произошло? Да? Ну вот. Тю, ё-моё. Обман, обман. Видишь, тут с подвохом была загадка. Так, окей, заходим в наши ворота. Так, наши врата. У меня тут какой-то... Что это? У меня здесь спиды и какие-то телепортаторы. Здорово. Так, окей, что тут? Я нажал на кнопку. У меня прыгучесть просто. О, нифига. Что? Ты спиды мне включи? Вот, пожалуйста, спасибо. Я включил тебе спиды? Ты должен мне включить спиды, а потом включить окно. А, стоп, где окно? Вот это окно? Второе это окно, да. А я тебе должен включить спиды? Ну не спиды, прыжок ты мне включаешь, типа, и вот... Я понял, я все понял, давай, на счет три. Раз, два, три. Включаю спиды, включаю окно. Есть! Так, я попал сюда. Прыгаю. Эх, блин, чуть не задавил. Что там дальше? Я ничего не открываю. Ты меня открыл. А у меня здесь что? Кнопка. А, то кнопка, чтобы открыть, да? Наверное, я нажимаю. Что надо делать? Так. Что? Одна кнопка? У меня одна плита, да. И какой в ней смысл сейчас? А ты кнопку нажимал вон ту? Да. Смотри. Я нажимаю, и что происходит? Это открывается моя дверь, да. А у тебя что происходит? Что за... А остальное? Тут какой-то... Что за... Может, тебе можно туда запрыгнуть все-таки? Туда наверх? Не знаю, сейчас попробую, но я не могу, как бы. А, ну давай поменяемся. Стоп, у нас пропали свитчеры, чувак. Это обман. Блин. Стоп, возвращаюсь обратно. Ага, здесь какой-то... Может быть, нужно обратно вернуться? Да, походу нужно как-то обратно... Нет. Да вряд ли обратно, но... Непонятно же. Пятый уровень и такой подвох. Давай еще раз, я попробую на стеночку запрыгнуть. Я, правда, не уверен, что получится, но... Фиг его знает. Стоп, чё? Что? Что? Ну? Ну-ка, у тебя что-то меняется? Проверь. О, открывается проход, опять. Да, это просто мне нужно было назад вернуться и открыть тебе проход снова. Окей, готов? Окей, так, я открываю. Я тебе еще что ли должен что-то открыть? Да ладно. Да, готов. Только у меня синенький не появляется теперь. Я понял, давай, на счет три. Раз, два, три, прыгай. Так не появляется синий. Понимаешь, чтобы синий появился, ты должен на плиту наступить. Я понял, на ту, которая дальше. Все, ну хватит тупить, давай. Да, потом ты должен мне открыть, типа. Открывай. Так она уже открыта. Да? Ну я стою на ней, на плите. Все, заходи. Захожу, нажимаю и бегу обратно, нажимаю, давай прыгай. Почему она не сработала? Не появилась синяя штука. Прикинь. А ну давай еще мне открой дверь. Походу ты должен на ней стоять. Вот типа... почти ну, успел. Вот, давай. Так, открываем. Есть! Угу, найс. Успел. Найс. Так, теперь у меня две кнопки, теперь походу тебе что надо будет делать. Так, я нажимаю одну кнопку, чё? Дверь открылась, да или нет? О, да, дальняя дверь. Иду. Заходи, так. Открываем. Теперь вот эта кнопка, чё она делает? Мне открывает дверь. Я могу зайти. Зашел. Что у нас здесь?
Ага, слушай, я, кажется, А понял. тут... Да ладно, серьезно? Мне надо будет еще... Я, Чувак, кажется, это понял, я, жесть. кажется, понял, где, что Это тебе надо жесть. будет. У меня жесть. Тебе нужно будет пропрыгать, типа? Походу. Ну вот я сейчас нажимаю кнопку, что произошло у тебя? У меня пока ничего не происходит. Видимо, я должен сам себе открыть дверь. Сейчас, стоп, секунду, я вот так вот спущусь вниз. И смогу ли я отсюда кнопку нажать? Я ж тебе что-то должен тоже открывать. Не, я отсюда не смогу кнопку нажать, ну окей. Тогда... Смотри, снова, смотри, смотри, происходит что-то? Ну, ты должен открыть мне дверь в начале. Я понял. Начальной Быстро открыть кнопкой. дверь вначале, а потом походу Да, и пропрыгать бежать что-то. сразу, сразу бежать и прыгать, как и мне, в принципе. Давай, на счет три, ты готов? Это не смешно. Ты готов? Давай, раз, два, три. Блин, Так, у это не меня смешно, открыта дверь. ребята, это нифига не смешно, я не Я умею так пробежал. прыгать. Ну, конечно, ты пробежал, а я? Так, я иду в сундук. Сундук, а Так, не так. сундук. Да, я взял, забрал ключ. Так, я... Что я А сделал? здесь нам можно просто вернуться по вот этим блокам и А, все, так, а наверное. что я делаю? Вот эта кнопка что-то должна сделать, понимаешь? Она ж не просто так. Да, в принципе, я могу походу вернуться. Слушай, о, стоп, а ты можешь вернуться, потому что мне нужно открыть проход снова. Ну, могу, могу. Возвращайся, открывай Смотри. мне проход, помнишь, Надо который? понять, что делает эта кнопка. Она что-то должна делать, по-любому. Какая кнопка? Нам нужно просто вернуться и поставить рычаг. Ну, блин, а как мы вернемся? Ну, ты должен открыть мне двери. Я-то дверь открою, А ну, но... нажимай, нажимай. Опа. О, есть, дверь открылась. Так, я иду. Теперь я иду сюда. Теперь я выхожу и... Да, там все есть. Окей, давай тогда так. Опа. А я Что тут ж, остался. Меня хлоп. заперли. Level completed. Отлично. Ура, Мы вроде ребята, еще уже одно. быстрее справляемся Да. с заданиями. World of advice. Write it down. Ух ты, гля, тут страшно как. Тут такие синие блоки, Слушай, которые меня что-то так убивают. много всяких штук непонятных. Так. 5. Что, что? Эй, би, что там было? Не знаю. Я просто нажал кнопочку. B. У меня би. А у меня S. с. А где? У меня то же самое, но я не пойму, к чему это. С, би, би. BBS? BBS. Я вот допрыгнул сюда. С. Би. Снова. Я не знаю, зачем они появляются. Подожди. Тебе нужно ставить... А, Бонсер и Спидстер. Только вопрос в том, а что это делает? Типа, например, я теперь могу быть Спидстером или что? Нет, нет, у меня теперь левитация здесь. По-моему, она моя или твоя, я не помню. Малиновая твоя или... Твоя Ну, вроде малиновая, да. зайди. Темная твоя. А что у тебя там? Ты по Фигня каким блокам какая-то. бежишь? А, А, вон, тебе кстати. нужно встать, смотри. Видишь Я где? знаю, да. Сейчас, смотри, я тебя тогда телепортну вот сюда. А, блин, Не-не, не получится. вон, чувак, вон. Смотри. Ну, Вон да. туда, остановись, я сейчас буду Просто не подниматься. совсем понятно, зачем вот эти BS. Встал? BSB. Да. Так. И теперь я тебя телепортирую, и обратно сразу же телепортируемся. Уи, Давай, давай, левитация. давай. Опа. Что там? Ай, дыр-дын-дын-дын-дай. Здравствуйте. А у меня здесь твоя дорожка. М. Что М. за М? Почему М? А что Странно. еще? Больше ничего нет? Да, больше, к сожалению, ничего нет, только твоя дорожка, поэтому свечися. А, я понял, дорожка, мне нужно пробежать. Давай, Сейчас я проверю, где она. беги. Вот она. Беги, Форест, А, да, тебе беги. там нужно будет просто прыгнуть, я понял. Так, окей. Да, Погнали. потом ты открываешь проход, и нам нужно будет пройти еще одну дорожку. Опять я? Что такое? Yes, я пробежал с Нифига первого раза. непонятно, ребята, почему нифига непонятно? Тебе нужно прыгнуть. Так, ты там на каких блоках стоишь? Все На нормально? белых, на белых, на кварце все нормально. Давай. Так, опа. Шлепки, шлепки. И опять, походу, тебе бежать, что ли? Или что это? Ю. Ты, ну, ты снял, типа, А, преграду. заглушку снял, да? Да. Окей, тогда я портаюсь. Теперь надо вот сюда. Так, и теперь ты должен пройти. Теперь ты. Окей. Снова ты. И тут спиды. Давай, беги. Нажимаю кнопку Игрик. Y. Странное Странно, слово здесь получается. просто ключ и конец. Все. Тут сразу... BSMY. BSMY. Надо запомнить. BSMY. Not going to lie. The original was kinda lame. Я нажал кнопку. Что это значит? Что О, она мне тут это. сделала? У меня ключ. Все, пока. У меня ключ.
Так, окей. Ну что, есть твоя левитация или моя? А вон наверху алмазный блок, на самом верху у меня. Оу, че он так высоко? У меня, короче, вход для тебя, наверное. Потому что у меня тут вообще ничего нету. А мне, наверное, надо прыгать, да? Что там у тебя вот в пирамидке? В пирамидке что у тебя там? В пирамидке? А я не знаю, серые блоки просто и... И все. Серые блоки. Ну, кварц и серые блоки, и кнопка. Я вот ее жму сейчас. О, открылась, открылась. Еще раз давай. Опа, так. Становлюсь на плиту. Есть? Происходит? О, да, кнопка поменял. Кнопка появилась и исчезла, прикинь. Я еще такого не видел, прикольно. Давай еще раз. Опа. Кнопка нажал, нажал. Бегу, так. Ага, это лабиринт. Нифига, слушай, что? Еще раз, появилась кнопка? Жму, жму, жму. Там же, да? А, блин, как сложно, слушай. И тут надо два пути выбрать, вы серьезно? Давай, нужно типа просто нажимать кнопки, а как Стэнли. Блин, это такой жесткий лабиринт. Да, давай, давай. Я заблудился. Maze Runner. Так, окей, я заблудился. Я не в ту сторону пошел, тут просто развилка была, и я подумал, что мне надо туда. Том! 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 Так, ну я наверху, ты меня видишь? А, что? Наверху? Я наверху. О, привет, и теперь самое интересное, чувак. Теперь еще один лабиринтик, но мы должны пройти его, будем вместе. Ну давай, я готов. Я уже здесь соскучился. Только как это сделать, я не понимаю. Ты мне скажи, что там, или покажи, что там. Короче, тут блоки, которые нас убивают. Ну, я могу посмотреть. Портануть можно? Да, вот сейчас портайся. Так, так, смотри, так. Смотри, там понял. Две змейки, мы проходим каждый свою, но мы как-то, каким-то образом должны стать на плиты. Оба. Так. Вот чем вся проблема. Так, все, я понял. Я вот не знаю. Да, в принципе, тебе, я вижу, сейчас я посмотрю, где твой путь и где мой. Так, я себе, ладно, я посмотрю себе, а ты посмотри себе. Ну да, так, да. Так, смотрю давай. Себе, так, сюда, сюда. У меня изи. Я, наверное, сейчас пройду его сразу и поменяемся. И... Ну, стоп, а если я буду стоять на плите? Ну, плита вроде бы как не стеклянная, но я смогу перепрыгнуть? А, я кажется, я... Все, я вижу и тебе проход, и мне. Тебе нужно будет идти справа, понял? Как только ты сейчас появишься, тебе нужно по этому пути... Вот, давай, посмотри, понял? По этому пути идти. Справа, вот. По правому, да. Вот просто по нему иди, и все. Все, ты там? Давай я тогда пройду сейчас туда. Не-не-не, а, ну я давай, давай, туда, как, давай, а давай, потом ты станешь на плиту. Ко мне. А подожди, а как потом? Мы поменяемся, я буду стоять на плите на твоей, которую ты пройдешь. А, нет, подожди, так же не получится. Вот именно, что так не получится, чувак. Надо я подумать. Я не понимаю. Да, надо подумать, вот мы портанемся. Типа вот и все. А, и... может быть... А, блин, что мы тупим, здесь две линии, вот, их уже две, их было четыре, их стало две. Ты нажал на кнопку, да? Прошел уже или да. нет? Да, выйди да. теперь просто обратно. Теперь я свой пройду и нажму тоже вот. На кнопку. На плиту. А, ну окей, окей, хорошо. Просто сейчас. Выйди на кварцевые блоки. Портуют яла. Так, все. На. Кушай. Прохожу свой. А, все понятно, ладно, хорошо. Понял, да, в чем дело? Да, да, да. Блин, не, я думал, там надо вдвоем стоять. Ну, видишь, путают. Хитрецы какие. Так, окей. И что, опять левитация, что ли? Да нет, вроде. Не, подожди, ты ничего не делай, я сейчас нажму. Давай, ну, давай. Пропали? Да, все пропало, все отлично. Так, подожди, я вернусь. Так, сюда аккуратно. Я вернусь. Я такой аккуратный, я никогда таким аккуратным в Майнкрафте не был. Так, теперь нужна левитация, слышишь? А, сейчас, да подожди, да я вернусь. Так, и вот тебе нужно будет запрыгнуть на лабиринт или мне? И левитировать вот здесь, вот. Все, о, это, тут невидимые блоки. Изи. А ты кнопку эту жал? Какую кнопку? Вот, над твоим лабиринтом здесь кнопка. Нет. А ну я жму. Все, ты открыл этот проход к гравитации. Ага. К левитации, точнее. Иди вон туда, к левитации, в туннель. Угу. Да, тут моя левитация, так, падаю. Наверное, так, нам сейчас. Надо будет свечить. Я стою где надо, давай. А, подожди, у тебя рычаг, да? Да. Стоишь где надо, окей. Давай меняю. Блин, я хотел скинуть на стол. Ну ладно, сейчас здесь просто поменяемся. Окей. Давай, завершай. Оп, все. Найс, nice, седьмой уровень completed. Круто. Лабиринт. Лабиринт. It's labyrinth. О, бля. О, меня заперли. Да, no. меня тоже. Меняемся. А, все понятно. Окей. Выходи. Так, я выхожу, нажимаю кнопку, и тут нужен ты. На.
Это твоя прерогатива бегать. Все, бегай. Бегу. Давай, 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 давай. Ну, блин, я не вижу, конечно. Я вот, я вижу, часть тебя видел. Так, сейчас, окей. Блин, ты в тюрьме. Выпустите меня, пожалуйста. Ребят, я больше не буду, честно. Да, блин, да что ж ты? Он как будто понял, вот, как будто не ускоряет должным образом, как надо. Ну да. Типа наполовину ускоряет, знаешь, типа такой. Как... Половинчатое ускорение. О, сейчас ускорил, странно. Так, окей, все, я здесь. Здесь вон кнопочка какая-то, кнопка. Она тебя выпустит? Нет, она тебя не выпустит. Она снова беговую дорожку, да, сделает мне, окей. Ужас вообще. Yes! Слушай, я прошел. Так, вот теперь хорош. Тебе прыгнуть надо. Ты там не стоишь на блоках опасных? Не-не-не. Ну тогда прыгай. Ладно, окей, я прыгаю. Так, что дальше? О, открылась дорожка. Я тебя выпустил, да? Отлично. Поднимаюсь по лестнице. И какой в этом смысл? А, понятно. Смотри, теперь мы будем свичиться. Свичиться мы будем, видишь? Да, давай, свичимся. Ой, теперь нам нужно будет свичиться прямо в полете. Прямо в полете, да, да, вот. Так, давай продумаем, да, смотри, я прыгаю и сразу свич... Не, я сейчас тебя свичну, ты прыгнешь, да, да. Как только ты прыгнешь, ты меня свичнешь, я сразу прыгну, да, и да. Свичну тебя. Ну, короче, чувак, это просто нужно знать друг друга. Тайминги. Мы ведь уже сколько знакомы, давай, мы сможем. 500 лет уже, да. Так, окей, оп. Да я же нажал! Так. Я не успеваю, я прям нажимаю прыжок и сразу... Так, чувак, знаешь что? Давай лучше я буду нажимать. Я лучше вижу, когда ты прыгаешь. Ну просто ты понимаешь, ты не можешь... Я прыгнул и нажал. Нет, надо сжать, а потом прыгать. Все, ну так, все, сейчас так и сделаю. Давай. Капец. О, вот. Ты меня не докинул. В смысле? Ну ты не нажал спринт, тебе нужно было прыгнуть именно вперед. Ты просто прыгнул, тебе нужно было вперед прыгнуть. Окей, все, сейчас так и сделаю. Давай. Давай, давай, давай. Ребята, все, учимся паркурить вместе с Рамом. Учимся друг друга понимать. Да. О, есть. Меняй. Yes, слушай, получилось. Давай, теперь ты в полете. Как только прыгаешь, да. Ну как ты прыгнул? Ну наш. Ты должен прыгнуть вперед, чувак, вперед! Я нормально прыгнул. Нужно именно вперед прыгнуть. А я прыгнул назад. Ну да, ты просто прыгнул на месте. У меня бэкап был, бэкап система, все нормально. Давай, Раф. Да все так и, блин, все нормально. Что ты, как я не знаю. Меняю. Давай. Оп. Так и. Блин, забыл. Все нормально. Yes. Так, все тихо. И че? У меня здесь кнопка. Жму. Нажал, молодец. That did something, but what? Это что-то сделало, но что? Ну я вижу, у меня там есть какой-то. Давайте я выпущу. Аккуратно там. Да, выпусти меня. Окей, я тебя выпустил, все. Давай меня. Так, меняемся. Ну что же, у нас. Ну я хотел посмотреть на этот колодец, на этот дырочку. Я сейчас посмотрю, что там в дырочке. Ага, там сундук. Блин. Я взял ключ. Так, а и где у нас где алмаз? Да, где алмаз? Где алмазка? Стоп, а где алмаз? Where is the diamond? Where is this fudging diamond? Fucking. Может где-то у меня внутри? Да, может быть в начале уровня? Как бы хитро так сделали, типа, чтобы... Не, стой, что это? Вон он, вижу. Нам нужно еще будет открыть одну платформу. Значит, смотри, так, стоп, какую кнопку нужно активировать? А вон у тебя кнопка, у тебя лестница, ты что, не видел? Так, лестница с кнопкой, это не то, по-моему, разве нет? Ну я ж ее уже нажимал, это ж твоя. Да, вот, мне нужно теперь туда пробежать, все верно, меняемся. Мы ведь забрали ключ, и теперь нужно его поставить. Окей, хайджекеры. Давай, ял, побежал. Платформа для тебя есть, прыгай. Давай. Хоп. И все, меняй. Оп. Так, yes, слушай, мы завершили 8 уровней уже. Найс. Ага. А сколько их всего? 77? А, я не знаю. Опять я заперт, ну почему я? О, слушай, здесь алмазный блок у меня сразу. То есть, стоп, и что? Здесь нужно пропрыгать, окей. Так, первый блок. Что? Почему он так быстро пропадает? Нифига себе, как он быстро пропадает. Вот так вот. О, нифига, я не успеваю. Так, стоп, давай, еще раз. Да почему так быстро появляется?
Как это тупо? Бегу, 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 бегу. Давай. Это троллинг какой-то, я не успею. В смысле? Он появляется буквально на миллисекунду. Да то есть, ладно. Как, да. Просто посмотри на это, просто, да, просто посмотри, может ты пройдешь. Просто посмотри на это. Так, окей, и... это нереально. Ты понял? Да, я понял. Попробуй ты. А, ты, так. Тут тайминг надо поймать, просто... Сейчас. Вот, та... Я слышу твой пробел. Хдыщ, хдыщ, дыщ, хдыщ. Да блин, в смысле? Ну нажима... А че оно больше не работает? О, да блин. Получается? Надо не нападать. Вот. Ты прошел? Нет. Ну давай я попробую. Сейчас, оп. Нет. Так, и еще разок. Да в смысле, тут именно надо же упасть так... Вот! Почему оно так долго появляется? Тут именно по таймингам, чувак. Ага. Только надо ждать, поймать момент и... Блин. Просто... Давай, короче, попробуй. Давай. А я в тюрьме посижу. Выпустите меня, волки позорные. Заперли Рава. За что? Ну за что? И что ж, ребят, мы вроде как разобрались, как работает эта система. Рав. Походи просто вокруг синего блока. Окей, смотрите, ребята, смотрите там. Да, уяло происходит. Второй, всякое. Третий, четвертый. Нет, еще третий. О, четвертый. А ну-ка, еще походи вокруг, просто вокруг синего блока, чтобы ты понял, как. Первый, второй, третий, четвертый. Первый, четвертый. В смысле, я стою на месте? Ну вот ты стоишь на четвертом. Тебе нужно просто ходить вокруг. Ты именно смотри на синий блок. Ну, типа, вниз опусти зрение. Первый, второй. Третий, четвертый. Давай еще раз. Первый, второй, третий, четвертый. Ну давай, все, побежал. Так. Первый, давай еще. Я короче, буду сразу бежать. Ты просто иди, понял? А, окей. Я фастом хорошо, пробегу. Хорошо, давай, хорошо. На счет три начинай ходить. Угу. Давай, раз, два, три, пошел. Ну уже, быстрей! Yes, все, мы прошли. Да. Ура! Да, получилось. А теперь ты меня должен выпустить. Ура! Свобода! Свобода! Тебе нужно здесь подняться. Здесь, значит, левитация. Мне дали бумагу. Что? Enter the code from the chamber 6. Чувак. Б, как там было? Б, В, Б, М, С. С, Б, М, Y. С, Б, М, Y, окей. Только я не помню, в каком порядке это все было. С, Б, М, Y. Ну, попробуем сейчас в разных порядках. Ну, так. Ну, блин, ладно, хорошо. Тогда еще буква У. Все. В смысле У? Там еще была У? Ну, вроде бы да. Наверное. U. Подожди, как получается S, Y, Sim? Ну, баба, бус там что-то такое было. Бу-бу-бус какой-то. Бу-бу-бус. Ну да, у меня просто очень много букв появлялось. Ну, что-то Sim... Типа символ, символ автобуса. Что вообще? А, ну, давай, короче, все. Я пишу какую-то дичь, ребята. Смотрите. Вот. Симбус? Да, может, симбус? Какой-то... Подожди, симбус, попробуй симбус. Ну, пишу. Симбус. Так, я его взял, я кладу в сундук. И чё? Может быть, его не надо в сундук ложить? Не а ну, знаю. Телепортнись, посмотри. Так, сейчас в сундуке. Бусум, да. Сумбус. Подожди, симбус. Да, я положил его на первый слот и открылась дверь. Чувак, симбус, это же создатель карты. В смысле, да? Симбус. Лол. Такой типа, ребята, ну вот же, по букве на. Это же я, это же я, вы что? По букве на, запомните. Нажимайте кнопку. Смотри, здесь блоки. Кнопку, в смысле? Вот кнопка. Спасибо, кнопка. Нет, подожди, тебе нужно на левитацию пройти. А, все понятно. И потом залететь вон туда. Не, тебе нужно пройти левитацию. Ладно. Заходи и портайся, да. Все, полетел. Лететь можно только на вот этих же блоках. Блин, ты не зашел. Да, точно. А, нет, подожди, ты серьезно? Ты должен встать на вот те блоки, чувак. Встал, давай. Все, стой, сейчас я быстренько Ну спустись ты вниз уже. Сейчас мой. Ай! Прямо в бомб. Давай, меняйся. Так, все, вот видишь, вот на этих блоках я могу. Я выйти. Понял, да, слушай, я думал, просто он типа взлетает. Так, ну что же. Хватит, мой лоб! Стукнулся лбом по. Все, теперь твое. Понял, пробежать нужно. Не, я не буду мучиться, я пробегу со всей скорости. Давай, спидстер. Их кия!
Так, я здесь наверху, и мне точно нужно спуститься вниз. Наверное, ну ладно, спущусь. Здесь у нас ключ. И где алмазный блок? А, вон, у меня в начале алмазный блок. Так, окей. Да, у меня в начале. И как нам вернуться туда? А, умереть? Наверное. Да, но как? Давай, я тебя возвращаю, а ты умираешь, наверное. О, всё. Да, странно, нет, меня просто портануло обратно. Окей, все. Ставим. Мэп комплитед, слушай, все. Это был последний уровень, да, восьмой. Вау, круто. Смотри, Симбус нам махает лапой. Да, машет. Бай-бай, Симбус, смотри. Молодцы, ребята, молодцы, наконец-то вы смогли расшифровать. Что ж, ладно, ребят, если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, если еще этого не сделали. С вами был Ял и Рав. Да, ребят, всем удачи, всем пока. Всем пока, еще увидимся.